Привет! Сегодня мы с вами приготовим известный пирог. Некоторые его называют торт «Три стакана». Я не пожалела, что я проверила этот рецепт. Берем миску, высыпаем туда 1 стакан сахара. У меня стаканы 200 мл. Добавляем 2 яйца, ваниль по вкусу. Все это хорошо взбиваем миксером. Я взбивала около 5 минут, что он такой как белая пена. Теперь добавляем стакан кефира и пачку разрыхлителя, 10 грамм получается разрыхлителя. Тоже все взбиваем быстренько миксером. Добавляем 4 столовые ложки масла, перемешиваем. И теперь постепенно вводим стакан муки и взбиваем с вами. Уже включили духовку, разогреваем. Вот такое тесто у нас с вами получилось. Форму мы смазали с вами маслом. Все, теперь переливаем наше тесто в форму и отправляем в духовку 180 градусов примерно на 30 минут. Готовность проверяем зубочисткой. Получился пирог очень вкусный. Его можно разрезать смело на 2 коржа, смазать любимым кремом, дать пропитаться. Будет себе коржи я пропитывала лимонным соком с водой. Смазала по крупным кремом, вы можете сделать сметанный крем. Просто сметану смешать с сахаром или сахарной пудрой, и будет очень-очень вкусно. Он нежный, мягкий, ароматный и вкусный. Всем пока-пока!